Ну, в основном фигуристы из Финляндии сейчас находятся на сборе. Из разных городов Финляндии. Несколько человек из Петербурга, из Голландии и Швейцарии. Ну, у нас начало сезона в фигурном катании. Это зимний вид спорта, поэтому главная задача сбора – это начать сезон, подготовить все технические элементы. И хореограф занимается постановкой программ. Ну, здесь шикарная, просто замечательная база для тренировок. Здесь есть все. Здесь есть каток, прекрасный стадион, беговые дорожки, лесные дорожки, зал, фойе катка можно использовать для хореографии, для занятий вне льда. Прекрасные условия для тренировок. Да, мы уже проводим третий сезон, летний сезон в Иматра. Ну, замечательные условия, могу еще раз повторить, что здесь есть все для подготовки к сезону и проведения хороших тренировок. Очень хорошая база тренировочная. Фигуристы живут в Иматранкюльпилла отеле и ходят, конечно, после тренировок в аквапарк. Все бронирование льда, отеля и питание для фигуристов мы делали через Basecamp и очень довольны. Очень хочу поблагодарить Basecamp и конкретно работников катка за то, что лед все время в хорошем состоянии и вовремя. Все заливки, все раздевалки, все чистое, и все готово к тренировкам. По-моему, все фигуристы очень довольны, и все отзывы от родителей, от фигуристов только положительные.